Бездомного, которого обвиняли в 8 жестоких убийствах, наконец-то обеспечили жильем, причем на всю оставшуюся жизнь. Сергей, как вы считаете, приговор справедливый? Кровавый след за Сергеем Мартыновым тянулся с 2005 года. Тогда он вышел из тюрьмы, где отсидел 13 лет за убийство. Все время, проведенное на свободе, мужчина скитался по стране и успел объездить 6 регионов, в каждом из которых бродяга находил себе жертву. По словам следователей, Мартынов называл себя чистильщиком и таким образом находил оправдание каждой расправе. Жертвы, как правило, это неблагополучные женщины, неблагополучные бродяжки, которых он как бы жалел. Он как бы жалел, совершая вот эти преступления, чтобы избавить их от дальнейших мучений. Все преступления, рассказывают представители обвинения, Мартынов совершал с особым цинизмом и жестокостью. Орудовал в основном скальпелем и напильником. Кроме убийств, на счету бездомного грабежи и развратные действия в отношении детей. За все эти многочисленные преступления маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы.